Вот сегодня у нас вот такой закат. Такой темноватый. Там вдалеке такие тучки черные, но красивые тучки. Но море подуспокоилось. Море такое красненькое, отдается красным. Такой красивый красный оттенок. Если бы его еще сверху снять, конечно, было бы покрасивее. Но я потом поставлю на паузу, может быть, что-нибудь изменится в течение там 10 минут. Ну, поснимаю еще закат. Покажу, какие здесь тучки. Потом у меня еще одна камера. Будешь проверять? А? Проверять будешь? А? Проверять будешь? Не слышала. Говорю, проверять будешь? Что? Воду. Нет. А привет будешь передавать кому-нибудь? Очень красивый закат. Ну да, вот там просто тучки какие-то черные совсем. А я их каждый день почти снимаю. О, человек. Так, привет будешь передавать кому-нибудь? Привет! Ну, так передавай. Так море тут скажи. Классное, да? Что? Море тут классное. Так, еще что-нибудь расскажи. А что сказать? Не знаю, Майкопу. Уже... Майкопу как привет почти... передай. Майкопу тоже привет, люблю. Почти Луганцу сезон привет, заканчивается. Да? Кому еще? Луганцу. Куда? Луганскую. Курганинск. Луганский. А, Луганск. А мне Курган. Это передавай. Луганску тоже привет передай. Ютуба будешь. Давай еще что-нибудь расскажите. Нам грустно, уже сезон заканчивается. Как грустно, смотри, какое море шикарное. Ей грустно. Там смотри. Видишь, и людей мало. Можно сидеть, наслаждаться и... Да. Кока-колу пить. А там уже съели, что было. А вот, смотри, там уже розовее стало. Хорошо, когда прям сильно розовое. Так ты видела море какое красное? Нет, в принципе, уже нет. Вот до этого было. Молчу! Так, расскажи теперь, как тут отдыхается в Архипке? Мы не отдыхаем, мы работаем. Так как работается, ладно? Очень даже хорошо. Ты я чё, говорю, нам грустно из-за того, что сезон уже заканчивается. Так, сильно вы как... будем скучать тут. Плакать будем. Да ладно, я вам буду море показывать, не плачьте. Может, не архипское, но черное. Пойдет? Пойдет. Да, ну все, покажу вам Кубань, ладно. Тут длинное черное море, вот там уже розовое, видишь? Розовеет потихоньку. А тут когда я недавно снимал, прям вообще такое огненное было. Мне вообще понравилось. И море такое красноватое было. Так, а вы когда домой? Домой? Она через два дня уезжает. А, через четыре. Луганск? Да.
Ну, передавай Луганску привет от нас. И вы передавайте Луганску. Димону передавай привет с Луганска. Димону. А? А он в Кабардинке работал тоже с Луганска. Может, встретишь его, познакомитесь, будет Димон, скажешь от Шаена тебе привет. У тебя есть знакомые Димоны? Все, вы ушли? Да, я сам пошел. Да я тоже там работаю вообще-то. И, конечно. Все, пошел я тоже работать.